Морозова. Саймон! И Горнастаева. Это Black to White. Шоу с черным перцем. В эти выходные в Санкт-Петербурге состоится ежегодный ВК-фест гостями. А как правильно, фест или фест, все-таки говорят сейчас вот современная аудитория? Как тебе удобнее? Ты вот съездишь, ты узнай, ладно? Да, фестивал. По-английски будет фест, а по-русски фест. Гостями, участниками этого мероприятия будут все, кто хоть раз в жизни добавлял кого-нибудь в друзья или лайкал котенка. Это мы. А также известные блогеры, музыканты, спортсмены и актеры. И сегодня у нас в гостях актриса сериала «Улица», ведущая прямой трансляции на площадке ТНТ на фестивале ВК-фест Лёля Баранова. Встречаем! Всем привет! Привет! Ну, я вам так скажу, она такая же симпатичная, как и в соцсетях. Как будто уже с фильтрами пришла к нам. Да, потому что бывает по-разному, Люлёк. Вот так объявляешь человека, появляется в дверях, а мы говорим, отойди, сейчас звезда придет. А эта звезда без мейкапа. Вот так же. У меня такое пару раз было, поэтому... Пару раз без мейкапа или как? Вау, это не респект. Красится, сейчас она no filter, да. Лёль, держи поближе микрофон, да, чтобы тебя слушатели слышали, хотя да. Мы тоже, человек привык, что его показывают, и его показывают. У нас прямая трансляция в Инстаграме Energy Russia, подписывайтесь, можете задавать Лёле свои вопросы. А у тебя статус ВКонтакте, раз уж мы заговорили про площадку, где ты будешь вести трансляцию, у тебя статус странный, keep calm and carry on. Что это означает? Keep calm and carry on. Давай, что ты смущаешься? Удали тогда, чтобы мы не видели, не спрашивали. Это было очень давно, так. Я поставила, потом забыла, и я вообще пока не скажу. Так, Саня, расскажи нам, как это переводится? Keep calm and carry on. То есть, ну, узбогойся и фигачь дальше. То есть, так, То есть, а почему не поменяла статус, если ты давно уже не такая? Я раньше любила группу ВК, сидела там, любила цитатки разные. Тут я выбрала, и мне она понравилась, я поставила. И все, она мне так стоит и стоит. Так, друзья, видимо, надоело уже этот статус. Статус прилип, да. Давайте мы его придумаем. Придумайте себе новый статус для страницы ВК Лёль Барановой. Помогите, да? Куда мы соберем? Ну как, давайте все пусть подключаются в нашу трансляцию Energy Russia, наш Инстаграм, и прям в комменты пишите, а мы пока вместе с Лёлей выберем. И в трансляции в нашей группе Energy ВКонтакте. Самое оригинальное, я обещаю, что я продержу больше месяца у себя в статусе. Серьезно? Как это? Действительно, серьезно. Так, дальше мы о фесте, да? Ну, а ты можешь нам коротко рассказать, что чего ожидать в этом фесте? И что там будешь делать? На фестивале, какие сюрпризики там нас ждут? Потому что Саймон тоже поедет. Я пока даже не в курсе, что мне делать там. Я тоже. Отлично. А что тебе сказали? Ну, во-первых, объединяться. Смотрите, вы уже нашли компанию. Ну, я буду вести прямой эфир на площадке, там зоны, разделено все по зонам. Я так. буду на зоне ТНТ. Так. Я буду вести прямые эфиры для тех, кто не смог поехать. И они будут видеть там, как выступает, к примеру, LJ, Федук. То есть я буду все показывать, рассказывать о ТНТ. Вот. Лёль, а ты сама будешь фоткаться с поклонниками? Будет селфи-сессия какая-нибудь? А скажи честно, какой у тебя селфи-лимит? Спустя сколько фоток ты уже понимаешь, что ну все, я больше не могу держать лицо? Не, у меня нет такого. Ну, как бы подойдут, сфотографируюсь и... А если их будет вагон, толпа? Ну да. Я сбегу. Шпрот, я если что, позови, я помогу. То есть, конечно. Рука да вы такие помощники, вы даже не знаете, что будет на площадке, где вы будете работать. А я вот вам читаю. Там будет круто. Это самое главное. На площадку канал привозит более 30 звезд, среди которых Лёля Баранова, Саймон Черный Перец. Устроит несколько масштабных концертов, даст шанс сняться в ролике со звездой. И попасть в эфир, устроит яркие интерактивы и танцевальные мастер-классы. Все это будет доступно для просмотра в лайв-трансляции в группе ВКонтакте, которую будет вести Лёля Баранова. Just keep calm and carry on. Подошел статус. Да, Лёль, ты с 2000 года, значит, ты уже, извини, что я про возраст, ты уже родилась с мобильным телефоном в руках, и все следили за тобой. Вот ты страдаешь зависимостью от соцсетей, как молодой вот человек, такой не выпускающий телефон из рук? Ну, конечно, есть такое, что я уже, наверное, не могу без телефона в каких-то моментах, потому что это работа.
мне там пишут, и я должна отвечать. Да это разве работа? Мне пишут, и я должна отвечать. Что это? Кто это? Морозова, это работа. Ну, надо же подумать, чем ответить-то. Там по-разному. Конечно же. Пишут. Вот. Но когда я еду на отдых, часто у меня нет интернета. Это очень для тебя страдаешь ты, да? Нет, наоборот. Я отдыхаю от этого. Я даже не ищу симку. То есть мне прикольно. Я 2 недели могу спокойно... Выдержать без соцсетей. Ну, вечером только приду. Вай-файчик в отеле поймаю. А, кстати, сейчас что больше просят? Селфи, видео, поздравления или автограф? Видео поздравления, наверное. Вау, да? А я-то думал, что селфи уже уходит на второй план, то есть в целом, да? Да. Ну, кстати, да. Выбирать, то видео поздравления это прям самое, наверное. Топ, да? Да. Лёля, а какой твой пост в социальных сетях набрал больше всего лайков или просмотров? Какая фотка или видео прям топчик оказалось? Я не знаю, я не слежу, но вообще, мои, наверное, видео набирают больше просмотров, там лайков, комментариев. Вот. Или фотка с дня рождения. Это всегда так. В свадебном платье. Свадьба вот там... это вообще хайп стопроцентный. Да, там вообще все так крышанулись. То есть видосы собирают, чем фотки? Да. А, интересно. Потому что там видно, ну, что ты делаешь, какая ты. Видишь, какая логика? Срабатывает. А, там как раз она же не любит краситься. Да, они пишут, какая ты страшная. На фотках такая красивая. Ребята, давайте посмотреть на страшную Лёлю Баранову. Она у нас сегодня вот так вот, как есть. И в этом ее прелесть. После ночной смены приехала. А что за смена была? Сейчас мы у Лёли выясним. Короткая на радио Energy песня. Опять потом вернемся, но трансляция в группе NG в ВК продолжается. Пишите там свои комменты, вы помните, да? Ну, придумываем Лёле Барановой новый статус для странички. И видео, как она статус меняет, соберет, наверное, больше лайков всех времен и народа. А мы, значит, ее жизни учим. Ты, говорит, на Селену Гомес похожа, поэтому едешь в отпуск в Испанию, дай пару концертов, заработай, отбей в отпуск. Не поддается. Сегодня у нас в гостях актриса сериала «Улица», ведущая прямой трансляции на площадке ТНТ на фестивале ВК-фест Лёля Баранова. Вот мы Саймона тоже собираем туда, на ВК-фест поедет. У нас от Radio Energy будет большая спортивная площадка. Uh-huh. И там будут модели, девушки модельной внешности играть. Но я не иду, все. Пляжный модельбол. Почему ты не идешь? Вы смотрите на Лёлю, что она не может... Красивая. От команды от нашей выставки. Купальник мы дадим, если надо. Не-не-не, наоборот. Ну а расскажи, вот мы, конечно, все тут на спорте помешаны, а у тебя есть какие-то любимые спортивные увлечения, занятия? Может быть, ты бегаешь по утрам? Понятно. Следующий вопрос, пожалуйста, отца. А вообще, я просто про улицу, я чуть-чуть больше хотел знать. Это что такое улица-то? Это рэп про улицы? Это голос улиц или... Ну почти, это ты по телеку сам посмотришь, ты про Лёлю спроси. А, ну хорошо. Ну почему? Ну улица — это часть меня. Вообще там, как бы я зашла на улицу. Имеется в виду сериал. Да, улица — это сериал на ТНТ. Я зашла на улицу год назад, в свой день рождения. И тебе же тогда ты была еще несовершеннолетняя. Да. Так. Вот, я зашла, и я поснималась год, и снимаюсь, и, наверное, это такой главный, не могу сказать, ну, главный, да, один из основных проектов в моей жизни, который я очень люблю, и там как вторая семья. То есть я уже ко всем настолько привыкла, и мы друг друга так любим, что... Я не представляю, наверное, жизни без него уже. Лёль, ну смотри, мы все знаем, что в кино всегда много дублей, что-то нужно переснимать, это занимает большое количество времени. На фесте ты будешь вести прямую трансляцию, а прямой эфир — это для тебя стресс или ты себя чувствуешь как рыба в воде? Ну, я обычно несу всякий бред, поэтому... А переснять уже нельзя. Несешь? Вау. Ну, кстати, многие этого бреда ждут, если так считаешь, что это... Ну, нас... конечно, я вот поэтому еду по ТНТ. Я как бы одну... Иди, давай. Подожди, смотри, у каждой звезды есть своя армия фанатов. Вот, кстати, Саймон, ты тоже еще никак пока не назвал своих фанатов. А у Леди Гаги это какие-то монстрики, да? Да. У Крида кридоманы, да, у Анджелины Джоли и Брэда Питта, как они называются вдвоем? Ну, Бранджелины, да. Там уже распалось, да. Да, у Лёли Барановой кто, барашки? У тебя есть свой фан-клуб? Но это же они сами должны придумать. Не Егор же сидит и такой, так, как же я буду называть? Кстати, Гага придумывала сама, она так даже их называла время от времени. Да, монстрики, да. Привет, монстрики. Сейчас листаю твою страницу в ВК. Ян Андрианов, твой подписчик, пишет. Ходят слухи, что Лёля отвечает на сообщения простых вот смертных людей. Да, ты отвечаешь?
Бывает, что значит ты... простые смертные? Ну, типа без галочки в Инстаграме, например. Ну, конечно, это все мои друзья, так. Ну, я всем отвечаю. Ну, не всем прям, когда есть время и там задают какой-то вопрос, я могу ответить. Но обычно я в ВК вот заходила там, я не знаю, сегодня утром. Ну вот, Ян, у тебя есть все, да, все шансы быть отвеченным, можно так сказать? Ну, думаю, да. Ну, это лучше сидит консультант у меня по-русски. Ты представляешь, да, вас... Здесь я лучше всех, наверное, а вот да, Наталья знаю. Котова, такой вопрос, смотрите, интересный пишет, даже не вопрос. Ты даже не покончила школы, а уже актриса. Я сохранила все, значит, как есть. А вот расскажи нам, как ты да, чем действительно... Чем ответишь, да. Да, ведь тебе только недавно 18 исполнилось. Как ты всегда совмещала карьеру на улице, я хотела бы сказать, ну, скажем, карьеру... На улице? На улице не скажешь. И школьное там, или какое-то обучение, расскажи. Ну, мои учителя, они шли мне на уступки всегда, то есть они помогали мне. То есть мне ты уже снималась, когда еще училась? Я сниматься раньше начала, я лет... Ну да, когда снималась, я была, не помню, в каком классе, мне было 8, нет, в 4 мне было, вот. И я начала сниматься прям плотно, у меня были 2 проекта параллельно, я вообще почти в школу не ходила. И они мне помогали, они постоянно мне скидывали какие-то задания. То есть я всегда была на дистанционном обучении. Но последние 3 года я прям дистанционно-дистанционно. Вообще почти в школу не ходила. Ребенок с улицы. Улица вырастила его. И не соврешь. И не соврешь. А до этого как бы я ходила в школу, но все равно пропускала. И где-то плохо относились, но все равно находили общий язык. А вот киноиндустрия, да, она разная в разных странах. Вот. И даже ради интереса, вот тебе, если не в Голливуд и не в Европу, то есть куда бы ты еще поехала, попробовала и, может быть, опыт набрать? Болливуд, может быть. Слушай, тебя с руками оторвали, конечно, да? Ради интереса. Болливуд — это в Индии. Да, тем более там уже денег много, и хватает деньги теперь, и в Китае. Ой, ну не знаю, я пока так далеко не загадывала, и вообще я не думала об этом, пока я тут, и все. Вдруг сценарий пришлю, что ты русская царевна. И... Конечно, я такая, ну вот. Все, я поехала, ребят, пока. Полетела в Китай или там в Индию. Лёля, а кто был твоим наставником в твоем обучении театральному мастерству? Все-таки, ну нельзя же совсем никак ничему не учиться. Можно? А, кивает головой. Ну, у меня не было, изначально я не училась вообще в театральном, и у меня не было никаких мастеров, я ничего не знала, и это как-то... Ну, я люблю кино, сериалы за то, что это маленькая жизнь. То есть я проживаю какую-то жизнь, и мне не приходится прям играть. То есть эмоции сами идут на какие-то ситуации. Вот. А потом уже я начала как-то развиваться и пошла МХАТ на курсы, и потом на вокал для поступления готовиться. То есть как-то потом начала уже сама ходить. Вот, а до этого нет. Но ты планируешь поступать в театральный, да? Да, конечно, я просто жду своего мастера, и я просто выбрала мастера в МХАТе. Я жду вот год, отдыхаю, снимаюсь и готовлюсь. А это направление сама выбрала или родители? Ну, конечно же... Первый этап, наверное, становления личности. Мне мама так подтолкнула меня, вот. И она привела меня, в принципе, на кастинг. И потом начали утверждать. А теперь мама уже 100 раз пожалела, но Лёля уже на улице. Зато мне Инстаграм радуется. Вроде не пожалела пока. Ну, вот и хорошо. А дальше будет лучше, потому что у Лёли все для этого есть. Спасибо вам, ребята. К сожалению, наше время пребывания в эфире заканчивается, но мы желаем Лёле Барановой на прямой трансляции на площадке ТНТ на фестивале ВК-фест уверенности. Не убегать, если за тобой захотят сделать селфи люди. Ты пообещала безлимит по селфи. Саймон, а тебе даем задание там за Лёлей все-таки приглядывать. В смысле? Вот ты на площадке, чтобы никто не обижал. Дать интервью, поддержать как-то разговор, понимаешь, да? Вообще, тебе не как показалось, что я это бы сделал с удовольствием, даже в любом случае, то есть я бы... Ну все, я запомнила.
Я буду ждать. Так что, если эти селфи, желать, как это сказать, люди, которые желают делать с собой селфи, становятся шпротами, вспоминая, что я всегда там есть, я помогу. Да, 28 и 29 июля в Санкт-Петербурге состоится ежегодный ВК-фест, где ребята будут, а мы с вами будем смотреть прямую трансляцию. Ох, еще и погодку в Питере обещают отменную на выходные. Спасибо, Лёля Баранова! Спасибо!